270 дней остается до начала вторых Европейских игр. 12 комплектов медалей в Минске разыграют каратисты. Сегодня новый для себя вид спорта опробовали отечественные звезды. Среди них четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Тренировку на базе университета физкультуры провел семикратный чемпион Беларуси по карате Андрей Гриневич. Биатлонистка к занятию отнеслась профессионально. Работала с полной отдачей и, главное, с удовольствием. По словам Дарьи, некоторые упражнения могли бы использовать в своей подготовке и биатлонисты. Тот вид спорта, который позволяет развиваться не только физически, ну, как, наверное, большинство видов спорта, но такие вот боевые восточные искусства, наверное, особенно позволяют развиваться внутренне духу, своему стержню. Многие из тех упражнений, которые были нам сегодня продемонстрированы, могут использоваться биатлонистами в подготовке для концентрации, для реакции, развития реакции. Ну, прям вот точно. Ее концентрация, ее хватка в выполнении упражнения, она старается. Специфика другая. Даже если какое-то упражнение может не получаться, она хватает это и старается. Потому что так и различается и профессионал. Те люди, которые профессионально занимаются каким-то видом спорта, они переключаются на другой вид спорта и стараются. И у них уже то состояние, где они максимально могут схватить. И вот Дарья, я это увидел, я сам учился у нее сегодня, как она умеет обучаться. Соревнования по карате в рамках вторых Европейских игр пройдут на Чижовка-арене. Также этот вид включен в программу Олимпиады 2020 года в Токио.